Доброго времени суток! Продолжаем в нашем 17-м уроке изучать углы, градусы, повороты, вращение и траекторию. Это те понятия, которые мы изучим в этой части урока. Но в предыдущей части урока, я надеюсь, у тебя получилось реализовать проект «Пилот-художник». Итак, мы будем работать с данными понятиями, и для этого будем использовать учебно-исследовательские проекты. Я очень надеюсь, что после того, как мы проведем несколько экспериментов, несколько исследований, тебе будет хорошо понятно, что такое угол, градус, как поворачивать и вращать спрайты и что такое траектория. Начнем мы с того, что попытаемся сначала ответить на вопрос, что такое угол. Я пыталась найти ответ на этот вопрос в сети интернет, и вполне понятный ответ оказался как раз в Википедии. Это определение угла, которое дается в большинстве учебников математики в средней школе. Угол – это геометрическая фигура, образованная двумя лучами, эти лучи называются сторонами угла, выходящими из одной точки, которая называется вершиной угла. Ну и чтобы было понятно, конечно же, можно нарисовать сколько угодно углов разного вида. Как они называются, есть специальные названия. Это ты изучишь в курсе математики или уже изучаешь. Ну а внешний угол имеет вид вот эти два луча. Один луч, второй луч и точка, которая их соединяет. Это вершина угла. Две стороны и вершина. Углы имеют определенную меру. Их надо измерять точно так же, как мы измеряем длину отрезка, периметр фигуры или площадь. У угла есть величина угла. И она измеряется в градусах. Для того, чтобы узнать градусную меру угла, используется специальное устройство, которое называется транспортир. Вот здесь у меня на картинке один из примеров транспортира, на котором обозначены градусные меры от нуля и дальше обозначены 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90. Дальше, если пойдем 180, если по этому же кругу мы пойдем 270, и когда вернемся сюда же в ноль, это будет 350-360. То есть в одном круге всего 360 градусов. То есть мера угла, величина угла измеряется в такой единице измерения, которая называется градус. И мы сейчас можем нарисовать углы. Например, вот такой вот угол, это угол 90 градусов. Если проведем вот так вот два луча, то это угол 180 градусов. Если так, то это около 45 градусов. Но здесь у меня немножко на картинке съехало, но это примерно 45 градусов. И можно взять с помощью транспортира, приложить его к любому углу, допустим, такому вот здесь, да, и посмотреть его градусную меру. 20 градусов, 30, 40. Зачем нам нужны все эти градусы и вообще почему мы о них говорим? Потому что мы уже использовали, например, в проекте «Пилот-художник» и во многих других проектах тоже это встречалось, мы поворачивали наш спрайт на какое-то количество градусов. И теперь ты знаешь, что если мы повернем наш спрайт на 360 градусов, то фактически он обернется вокруг своей оси и останется на месте в конечном итоге. Если мы повернем его на 90 градусов, то если он смотрел в одну сторону, то он будет смотреть в противоположную сторону. То есть в другую сторону, а если 180, то в противоположную сторону. Мы выбирали тоже с тобой направление движения. Где используются углы и градусные меры углов? Например, ты знаешь, что есть часы с циферблатами. Вот одна из картинок. И на циферблате тоже у нас есть углы. И угол между стрелками часов нам часто помогает понять, сколько у нас сейчас времени, который час. Ну а наша задача разобраться, как использовать вот эти вот значения градусов и углы в наших проектах. Для того, чтобы было проще и понятнее, у меня заготовлены демонстрационные исследовательские проекты. И начнем мы с проекта «Повороты». Вот этот проект, читаем инструкцию, это пример мини-игры для демонстрации поворотов. Нажимаем на флажок и можем увидеть, что наш код тут же начинает поворачиваться в направлении указателя мыши, когда я щелкаю мышкой. Вот давай я щелкну мышкой вот так ровно. Вот у нас сейчас код смотрит в этом направлении. Чтобы было понятнее, мы возьмем и нарисуем линию. То есть вот он смотрит вот сюда. Когда мы щелкнем мышкой в другом месте, код повернулся в этом направлении. И сейчас, если мы вернем, вот было у нас вот такое направление, сюда смотрел код. Теперь он смотрит
Вот так. И мы получаем, что у нас есть некий угол, и у этого угла есть определенная величина, которую можно измерить в градусах. Теперь, надеюсь, понятнее, что такое угол, правда? Если мы сейчас будем щелкать мышкой дальше, то код будет поворачиваться и таким образом менять величину вот этого угла поворота. Давай сейчас попробуем дальше выполнить. Вот у нас нужно начать поворот, и нажмем клавишу N, нажимаю N. Код становится в эту позицию, потому что здесь тогда проще посмотреть, как он начнет поворачиваться. Мы сейчас будем нажимать стрелку вправо и видим, что код у нас перемещается и одновременно потом в коде увидим, поворачивается. Вот я сейчас быстрее нажму, вот он повернулся в одну сторону. Если я нажму стрелку влево, то он начинает поворачиваться в другую сторону. Давай еще раз нажму N, нажимаю стрелку влево, вот он пошел в другую сторону, ну и зашел за край сцены, к сожалению. Но на самом деле нам важно разобраться, как это реализовано программно. Давай откроем код. И что мы сейчас увидим? Мы видим, что вот у нас реализована часть вот эта, когда код поворачивается в направлении мыши, повернуться к указателю мышки. И система программирования Scratch сама отсчитывает, на сколько градусов от текущего положения код должен повернуться. Если мы откроем свойства спрайта, мы увидим, что вот направление минус 135, вот этот маленький кружочек, это как раз-таки единица измерения градуса. Это я тебе не сказала, когда объясняла, но сейчас вот как раз мы можем это увидеть. Минус 135 градусов, потому что это в другую сторону. Если мы сейчас переместим, поставим нашего кота в направлении 90 градусов, это сделать непросто, потому что я кликаю мышкой, и он реагирует на это, то он смотрит слева направо. И все спрайты, если смотрят слева направо, мы можем управлять их направлением движения. Давай я остановлю выполнение проекта, чтобы он не поворачивался. Вот так мы его в центр опять поставим, запустим. И сейчас будем кликать мышкой, следить за тем, как будет меняться вот это вот значение угла. Сейчас у него направление 90, повернули, вот 67, то есть от 90 отнялось что-то. Теперь 39, теперь 8. Ну и если аккуратно, вот направление 0, это как раз, если помнишь, вот у нас повернуть в направлении 0, это вверх. Видишь, он смотрит вверх. Если мы сейчас щелкнем сюда, то здесь минус 92, но это почти минус 90, то есть смотрит он влево. Если мы повернем сюда, вот ровно получилось у меня 180, это как раз направление вниз. Ну и наконец, если мы вернем его назад, это направление 90. Мы можем использовать эту команду, давай остановим, для того, чтобы экспериментировать. Например, я хочу, чтобы было направление 35 градусов. Кликаю на эту команду, она выполняется, он вернулся в 90, сейчас еще раз 35, вот он повернулся на 35 градусов. Можем здесь вводить любое значение, например, 68, вот он повернулся в направлении 68. То есть это градусная мера нам в данном случае для управления поворотом нашего спрайта очень необходима. Что происходит, когда мы нажимали на клавиши стрелка направо, стрелка налево? Давай еще раз нажмем N. Вот клавиша N нажата, и мы перешли вот в эти координаты и повернули в направлении 90. Сейчас я начну нажимать на стрелку направо, и согласно алгоритму код идет 10 шагов, поворачивает на 5 градусов. Вот один раз я нажму, вот он немножко прошел, повернул на 5 градусов, и действительно было направление 90, стало 95. Нажму еще раз, он еще немножко прошел, 100, еще 105, 110, 115, ну и так далее. Видите, что каждый раз на 5 градусов он поворачивает. Дальше уже здесь становится отрицательное значение, потому что так устроена система Scratch. Но все равно, если видишь, у нас все время меняется на 5 градусов. На 5, либо плюс, либо минус. Вот мы пришли назад. Сейчас мы поставим его сюда и начнем поворачивать его в другую сторону. Я нажимаю стрелку налево или влево, как здесь это называется. И он поворачивает в другую сторону, тоже каждый раз на 5 градусов. И перемещается, идет
10 шагов. И с помощью команды «поворот», «повернуть» на сколько-то градусов и «идти сколько-то шагов», мы можем управлять движением нашего персонажа, нашего спрайта по кругу, то есть он будет идти и поворачиваться. Я использовала на самом деле такой поворот «идти и повернуть» уже в известной тебе гимнастике для глаз. Здесь последнее упражнение, мы должны вращать глазами и следить за мячиком. Давай я открою код и покажу тебе этот кусочек. Вот он здесь, правда, здесь использованы циклы. Я отниму вот этот кусочек кода, чтобы мы на него могли посмотреть и выполнить. Сначала наш мяч переходит вот примерно сюда, а потом поворачивается в направлении 90, потому что из этого нам удобнее поворачивать. И вот в данном случае я нашла кусочек против часовой стрелки. Сначала против часовой, потом по часовой. Ну, давай выполним этот кусочек кода. Вот он идет, поворачивает. Давай я открою свойства. Вот меняются значение поворота, значение направления движения. И таким образом каждый раз меняется угол. То есть мы можем запускать с помощью поворотов движение наших спрайтов по окружности. Я назвала этот проект «Повороты», потому что мы все время используем команду «повернуть» на сколько-то градусов. Но при этом мы реализовывали и вращение, потому что по существу вращение – это вращение вокруг какой-то условной точки. И в студии «Юный разработчик игр» есть еще один проект, который так и назван – «Вращение». Давай его посмотрим. Здесь у нас есть два спрайта. И если мы откроем код, то мы увидим, что можно нажимать на клавишу «пробел», и при нажатии на клавишу «пробел» спрайт кота просто вращается вокруг своей оси. Мы можем, в принципе, сейчас поэкспериментировать, и ты можешь по завершению моего рассказа это сделать, повернуться, например, не в правую сторону, не по часовой стрелке, а против часовой стрелки. То же самое. Здесь мы можем менять значение как угодно, но поскольку я нажимаю на клавишу «пробел» и ее держу, то, в принципе, мы видим просто, что наш спрайт вращается, но немножко с разной скоростью, или чуть-чуть быстрее, или совсем медленно, если на 1 градус. В гимнастике для глаз у нас вот поворачивается наш шар на 2 градуса. Но здесь я подогнала для того, чтобы по кругу, вот 180 раз мы поворачиваем, на 2 градуса получается 360 градусов. То есть целый круг оборачивается, и подбирала шаг для того, чтобы это было полностью на всю сцену. Если мы посмотрим скрипт нашего другого кота, здесь он назван не центральный, этот код назван, давай я его открою, код центральный, а вот этот серый код не центральный. Сейчас разберемся, почему такие странные названия, но для начала посмотрим, что мы можем управлять вращением этого спрайта с помощью стрелок направо и налево, в зависимости от того, в какую сторону хотим поворачивать. Ну, здесь немножко я нелогично сделала стрелку направо, но вращается он на самом деле в левую сторону против часовой стрелки, а стрелка влево по часовой стрелке. И мы видим, что скрипт почти такой же, как у первого кота, центрального. Вот мы всего лишь здесь на пробел только нажимаем, но тоже поворачиваем. Можем сделать две другие клавиши какие-то для разнообразия, чтобы по часовой и против часовой стрелки вращать. Но здесь скрипт точно такой же. Почему же наш этот серый код вращается не вокруг своей оси, да, не вокруг какой-то точки, как рыжий код, а вокруг какой-то другой точки? Что произошло? А всего лишь здесь сделана следующая вещь. У этого кота, сейчас я немножко уменьшу картинку, хотя, возможно, надо ее увеличить, центр спрайта смещен относительно него. То есть, если я выберу центр спрайта, вот, и вокруг этой точки как раз-таки он и вращается. Если мы возьмем этого кота, то у него центр спрайта посередине. Мы можем сделать так, чтобы, допустим, он вращался вокруг, к примеру, своей лапы. Вот, пожалуйста. И вот он вращается вокруг точки на кончике лапы. То есть, таким образом, мы можем очень простым способом заставить любой объект вращаться вокруг любой заданной нами точки. Если надо, допустим, здесь мы можем даже увеличить радиус окружности, и наш серый код вот уже с таким
по такому большому кругу начинает вращаться. Или наоборот, приблизить центр спрайта поближе, и код начинает вращаться по меньшей окружности. Сейчас я тебе предлагаю поставить видео на паузу и поэкспериментировать с этими двумя проектами. Проект «Повороты», ссылки под нашим видео, и «Вращение», и посмотреть, как используется команда «Повернуть». Я желаю тебе успехов. И не забывай делать гимнастику для глаз. Можешь заодно посмотреть здесь, как реализованы тоже вращения нашего мячика, за которым мы следим глазами. Я надеюсь, что у тебя все получилось, и теперь ты точно знаешь, что такое угол, для чего нужна градусная мера угла и как ее использовать грамотно в проектах, как управлять поворотами и вращениями наших спрайтов. Но и осталось нам в этом уроке разобрать, что такое траектория. Определение траектории я искала в Википедии, но там оно очень длинное, сложное и малопонятное, а вот в ответах Mail.ru, есть такой сервис Mail.ru, определение немножко более понятное, но мне тоже его придется немножко тебе пояснить. Итак, траектория – это непрерывная линия, вдоль которой движется материальная точка в заданной системе отсчета. Ну, по поводу материальной точки и заданной системы отсчета мы можем просто сказать, что траектория – это фактически та линия, по которой движется наш спрайт. И траектории мы на самом деле уже использовали и рисовали, например, в проекте «Кот-абстракционист». Наш кот плыл в разных направлениях и оставлял за собой след, фактически рисовал свою траекторию. То же самое мы делали в проекте «Пилот-художник». Там тоже самолет летает и оставляет за собой след, фактически рисуя траекторию своего движения. Ну и на понятии траектория мы тоже будем опираться, когда будем рассматривать в следующей части урока другой проект. Я надеюсь тоже, что он тебе будет очень интересен и полезен. До встречи в следующей части урока!